Зрелость. Мы в Евангелии очень часто слышим призыв Христа, или не только в Евангелии, но и у апостола Павла, к тому, чтобы быть совершенными. Совершенный, наверное, синонимично зрелости. Поговорим о том, как обретается человеческая зрелость, в чем она себя репрезентует в этом мире. В нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник, 7:30 вечера.